Здравствуйте, это канал Максимадзе, это GTA San Andreas Definitive Edition. Короче, это у нас седьмая серия, седьмая же, да? Звонил Свит и говорил, что не у всех членов банды Grove Street столь высокие моральные принципы, что один из ее членов киданул их и перешел к балосам и сейчас распространяет наркоту в Гленпарке. Мы направляемся в эмунацию, чтобы закупиться оружием и отвоевать его назад. Домбермен. Это магазин амунация. Это Гленпарк, территория банды Балас. Чтобы добавить эту территорию к вашим владениям, нужно расправиться с контролирующей ее вражеской бандой. Да, эти войны между бандами будут задействованы еще и дальше. Потом. Так, Гленпарк, но сначала вам у нас взяли. Так, одну секунду. Амунация — это очень важный элемент в игре. Здесь оружие мы все покупаем. И тут оружие — это гораздо лучше, чем у Эммета. Нам нужен ПП, но я знаю отличный способ сэкономить деньги. Покупаем сначала какое-нибудь простенькое оружие, а затем переключаемся на ПП. Пули-то одни и те же. Ну и броню тоже возьмем. А очень сильно пригодится нам она наверняка. Окей. Оружием запаслись, можно ехать в Гленпарк. Метку нам, думаю, нам можно и не ставить. И так вроде бы видно эту местность. Она прям перед нами. Практически. Что-то я балласов ни одного пока не вижу. А, вот они. Так, чтобы начать войну, надо пристрелить хотя бы троих. Вот, началась. Во время войны между бандами нам не может установиться розыск. Однако в оригинальной компьютерной версии, ну и в старых консольных тоже, розыск все-таки можно было получить, и это мешало очень сильно, поэтому здесь это исправили. Но сначала это исправили в версии для андроида. Ой-ой-ой-ой, а что у них такие оружия-то мощные? Кто-то из дробовика... А, нет, это не дробовик, просто слишком близко подошел. Что-то просто подумал, что кто-то из дробовика стреляет. А, сбитыми-то они мне нифига не сделают. Ну, денег можно нафармить здесь. Еще появляются на дороге часто сердечки и броня. Тоже очень понадобится. Вон сердечко уже валяется. Но нам оно не нужно, у нас здоровье полное. Как перезарядить оружие-то? Автоматически. Только так, походу, выстрелить оставшимися патронами. Так, вот полезно очень в голову попадать. Так противник умирает быстрее. Но это вполне логично. С
кстати, вот в GTA Trilogy до сих пор почему-то не сделали тех модов, которые я бы хотел. Это на смену скина и выбор любой миссии. Вот если мод на смену скина есть, то вот на миссии нету. Да и то, мод на выбор скина, и который я нашел один только, он максимально неудобный. Переключаться между скинами катастрофически неудобно. Так что можно считать, что моих любимых модов так и не сделали сюда. Так, второй натиск уже выдержали. Значит, нам остался последний. Но эти не были сильно сложными. В будущем там банды будут посильнее. Но и мы тоже будем потом сильнее. Теперь эта территория принадлежит семьям Grove Street и помечена на радаре зеленым цветом. Членов вашей банды можно будет встретить на этой территории. Ваша банда будет постоянно подвергаться нападению, вам придется ее оборонять. Когда на вашу территорию нападают, она мигает красным, и на радаре появляется соответствующая метка. Захват территории дает дополнительный авторитет и доход. Деньги будут появляться на Гроу Стрит. Это хорошо. Тенпенни не подставил меня! Тенпенни, говоришь? Вот и все. Так, ладно, с балансами разобрались. Продолжаем выполнять задания от Джилока. Их осталось два, и мы их сегодня выполним. Только надо тачку сначала найти. Простите, что таким образом срываю авторитет. Это я им говорю. Но мне нужна ваша машина. Чувак, выметайся из машины. Он меня слышит вообще или нет? А, вот, все, наконец-то, блин. Если мы украдем машину, те, которые нашей бандой владеют, это ничего не даст. Авторитет мы не будем терять при этом. Очень хорошо, что теперь амунация доступна. Нам больше не придется заезжать к Эмиту. У него нифига нет. Кроме пистолетика какого-то мизерного, вообще слабенького. Так, едем к Оджилоку. Тихо-тихо, осторожно. Так, доехали почти уже. Так, доехали. Надеюсь, миссия доступна сейчас. Management ISIS. Эй, извините, Лок здесь? Что? Вы хотите заказать что-то? Нет, мне нужен Лок. Можно повидаться с ним? Кто? Лок? А, Джеффри. Да, нашего уборщика звали Джефф, но его повысили. Ну и? Он сейчас на кухне чистит прицуни. Лёха, я сейчас не могу говорить. Эй, как дела, Лок? Си Джей, как дела, чувак? Мои дела налаживаются, но кто-то помешать этому собирается. Ну так ты счастлив, нет? Счастлив? Да нифига, я больше не могу это терпеть. Я артист, и я хотел бы им остаться. Я не могу выступать, если никто не хочет мой рэп слушать.
А еще этот Сипио, менеджер Мэтт Дога, обливает меня грязью. Он думает, что я чужие стихи использую. Сильнее всех, говоришь? Этот гад крепкий орешек, нам надо от него избавиться. Я больше не могу терпеть его присутствие в мире шоу-бизнеса. Я несу людям свой рэп, но никто не хочет слушать его. Он унизил меня на глазах кучи людей. Видимо, он не слышал твоего нового отстоя. Об этом я и говорю, чувак. Убить, утопить, в городе ему не жить. Ладно, что от меня требуется? Просто избавься от этого ублюдка. Убить его? Ну а что еще остается? Короче, он должен присутствовать на какой-то церемонии вознаграждения, и это редкий случай, когда он покидает особняк Дога. А, ладно. Капец. Да. Тоже мне рэпер, конечно. Ты. И почему я должен тебе помогать вообще? Украл чужие стихи. А теперь хочешь, чтобы я убил менеджера того, у кого он украл стихи. Это ненормально, я хочу сказать вам. А, Лок, что еще? Один из шоферов Мэтт Дога покинул закусочную Бургершот. И он направляется на церемонию вознаграждения. Хорошо, посмотрим, смогу ли я его поймать. Зачем повреждать машину, если я могу просто выбросить его из нее? Эй, какого... Не обязательно повреждать машину, потому что... Если мне не повредим машину, нам не придется ехать в автомастерскую. Машина в этой миссии не должна быть повреждена. Эй, ты почему задерживался? Давай, нам пора ехать за боссом. Вау, ничего себе. Красиво выглядит вот это место. Поздравляю вас с вашей наградой, вы должны быть взволнованы. Да, я хочу сказать спасибо. Спасибо всем фанатам, моей маме и так далее. Держи дистанцию между нами, пока мы не прибудем на церемонию награждения. Не разгоняемся сильно, поехали. Идите себя спокойно, парни. Что ж тут далеко ехать не надо. Отлично. Вези нас в особняк Дога. Не сегодня. Мы сменим маршрут сегодня. На дно океана. Не ори, ёб-моё, блин. Команда охраны. Его нужно спасти любой ценой. Это кто такой? Где мой водитель-то? Открывай двери. Я не умею плавать, ты дебил, блин. Ах, что я слышу? Что тебе нужно, деньги? У меня проститутки первоклассных есть. Бери все, что хочешь, или... Да, заткнись лучше. Так, на ходу выпрыгнуть отсюда. Ну, давай, прыгай. Отлично, у нас осталось последнее задание от Джилока.
плен, перед которым желательно бы заправиться броней. Ибо там стреляться нужно будет. Но одна из амуниций есть рядом с Гроу Стрит, поэтому об этом можно не беспокоиться. Можно зайти сразу пожрать там внутри, чтобы хпшки себе восстановить. А потом за его амуницию возьмем броню и оружие. Детский завтрак, блин. Так, надеюсь, этого хватит. Даже за глаза. Главное до 6 успеть. До 6 утра. Хаус-пати. Да пошли вы все нафиг! Меня не колышет, что вы там говорите. Я больше не хочу убираться. Эй, что такое, Лок? Клининг, это не по-гангстерски. Отвечаю. Да, я слышал. Слушай, Карл, если мне суждено снова попасть за решетку, я хочу вечеринку перед этим устроить. Это же последний шанс, возможно. Хорошо, и что? Я заеду на Гроу-стрит. Устрою там грандиозный фантастический концерт. И что от тебя от меня надо? Надо? Я хочу, чтобы ты был готов к вечеринке. Там будет куча девчонок и тогда. Там будут реальные... Ты понимаешь, о чем я? Ну, типа такие... Сам понимаешь, в чем они. Я тебе говорю, братан, я отвечаю за все, что там будет. Голос семьи тебя пробудит. И как Моисей тебя озарит. Понимаешь, в чем я? Найдите прикид помоднее и подстригитесь. Двигайте вечеринку между 8 и 6 утра. У нас осталось всего 3 часа. Нам надо заезжать вот сюда по-быстрому. Три игровых часа. Мы должны успеть. Ну а если не успеем, то нам придется воспользоваться сохранялочками. Кстати, насчет вот этого приложения «Найдите прикид помаднее и постригитесь», это можно смело проигнорировать. Это не надо, это не обязательно. И я делать этого не буду. Блин. Кто знал, что он туда повернет? Блин, стреляют. Так, 4. 4 нам надо. У нас 2 минуты осталось. Так называем. Прям молниеносно идем. Что еще? Си-Джей, что за дела? Эй, Лок. Вечеринка в самом разгаре. У меня целая куча безумных шлюх. Ты скоро приедешь? Не знаю. У меня и планы на эту ночь есть. Но у нас большая неприятность, я не буду читать рэп, мой микрофон сломался. Ну ладно, сейчас подойду. Скорее, заходи туда. Мне надо броню взять скорее. Я что-то боюсь, что не успею. Мне осталось всего лишь... минута. Чуть-чуть больше. Минута 10 секунд. Интересно, даже успею ли я заехать за это время. Скорее, у меня осталась одна минута.
Блин, еще и колесо мне пробили. А, нет, еще не пробили. Скорее, у меня минута осталась. Так, и в обход я не поеду. Успею, 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 успею. Это же CJ, он всегда укладывается во время. Да-да-да, я отжилок у себя дома. И сейчас я поражу всех моих сенгаса нигеров, всех моих гаса штук. И, кстати, а гангста, вот там мой CJ стоит. Как дела, нигер, как дела? Микрофон сломался, он сказал. Эй, здорово, братан. Здорово, Райден. Все парни снаружи, пошли, отдохнем от этого уборства. Я зол не был. Вы все в ударе, вы все меня убить мечтали, но не понимали, что гангста перед вами. Тьфу ты, говно какое. О, что у него за стихи, а? Он должен поработать. Эй, здорово, ребят. Здорово. Значит, ты все-таки снова с нами, да? Да давно уже. Суровый пацан. Че он нагло сделал, а? Да, успокойся ты. Эй, братаны, я видел тачку баллосов. Они направляются прямо сюда. Они будут скоро здесь. Давайте их поставим лицом к стенке. CJ, готовься, мы же Гроу Стрит. Я сбегу за Смоуком и другими пацанами. Хорошо, берите тачки и перекрывайте дорогу. Баллосы не оставят Гроу Стрит в покое. И не одна тачка баллосов сюда едет. Так, пригнуться скорее. Замечательно. Райдер просто взял и уехал. Вон, еще на мосту сверху. Этим одного выстрела хватит. Неважно, в какую часть тела. Карл, беги к переулку. Так, в тот переулок я не полезу. Я полезу на двор Райдер. Там будет попроще. Но не во время перезарядки, конечно. Там будет отстой. CJ, сзади, 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 сзади. Так, надо целиться в голову. Подули я. Отлично, я попал. С такого расстояния в башку. Ничтожество. Кажется, все. Пацаны с Гроу Стрит рулят. Балласы больше никогда не попадают в куклы. Да, они услышали, что Карл Джонс со своим братом снова в игре. Давайте вернемся к ним. Черт. Вот настоящая вечеринка началась, когда мы свалили отсюда. И сколько же тут денег накопилось? Маловато, маловато. Ну что ж, следующая серия будет последняя в первом сезоне. На сегодня мы пока закончим. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.